Доброе утро, дорогие друзья! На календаре сегодня понедельник, 13 ноября 2017 года. Цифра дня по нумерологии 16, а цвет дня, который хорошо усиливает этот день своими вибрациями, в аксессуарах, в каких-то отдельных деталях вы можете использовать все сиреневые, фиолетовые и лиловые оттенки. Число удачи — семерка. Сегодняшний день можно было по праву назвать днем примирения и сближения. Очень важно уделить внимание близким и семье, особенно вторым половинкам. В этот день также хорошо делать предложения руки и сердца. Все ваши финансовые идеи и планы на будущее могут быть вполне успешными, если вы их правильно, рационально реализуете в будущем. В основе дня сила воли и упорство в достижении цели. Обязательно прилагайте любой труд и избегайте лени, неусидчивости и нетерпения. Обратная сторона дня связана с диктатом и давлением, поэтому имеет смысл не доводить какие-то спорные моменты в общении до накала. В коллективной работе важно услышать мнение коллег. Важные начинания лучше пока отложить до более благоприятного момента. Но при этом все ранее начатые дела хорошо бы закончить. В плане здоровья хорошо добавить в еду красных и желтых овощей и фруктов. А в отношении красоты стрижки сегодня принесут вам обновление и тонус в жизни. Хорошего вам дня и удачи!